Всем привет, ребята, с вами Локи. Сегодня у нас в преддверии матча Аякс-Ювентус. Матч 1/4 финала Лиги Чемпионов. Вчера мы с вами предугадывали два матча: Ливерпуль-Порту и Тоттенхэм-Манчестер-Сити. И на удивление оба наших прогноза, ребята, совпали. Вплоть до того, что два автора из трех, кто забивал вчерашние мячи у нас в FIFA, также отличились. Ну и посмотрим, как получится у нас сегодня спрогнозировать матч Аякс-Ювентус. Вы пишите свои прогнозы в комментариях. Аякс в этой Лиге Чемпионов уже смогли выбить мадридский Реал. И чем черт не шутит, возможно, у них получится творить еще одно чудо и выбить Ювентус. Как сказали, Криштиану Роналду должен сегодня сыграть, если не случится каких-то форс-мажоров. Я думаю, для него этот матч тоже важен. Он хочет и с Ювентусом выиграть Лигу Чемпионов. Ну и давайте начинать. И вот уже Ювентус в атаке, передача от Паулу Дибалы, но на этот пас никто из партнеров не успевает. И вот так вот. Ювентус открывает счет, и это Марио Манджукич с передачи Пьянича на 7-й минуте открывает счет. И такая гробовая тишина в нашем предматчевом прогнозе. Ну, продавил Манджукич. На секунду я сначала подумал, что это был Роналду, издалека было не очень видно. Но здесь Блинт не смог помешать Манджукичу, а Нана не спас, и в итоге 0-1. Удар по воротам, вот и ответ Аякса на 31-й минуте. Еще один удар по воротам и гол! 41-я минута. И Тадич забивает. 1-1, ребята, становится интереснее. Здесь со второй попытки получилось у Тадича пробить. И не спас, честные. 1-1 до перерыва. Аякс счет сравнивает. Начинается второй тайм. И, кстати говоря, в первом тайме Аякс по ударам был впереди. Да, Ювентус больше владел мячом. Да, они забили первый. Но потом Аякс провел в первые полчаса неплохую атаку. На 40-й минуте забил. И вот сейчас они снова идут вперед. И зарабатывает угловой. Пошла подача, удар ножницами. Вот это уже Роналду бил. Но удар получился не сильным. И в итоге Анана забрал мяч в руки. А вот и ответ Аякса, и мяч в сетке. 2-1. И это снова Тадич. Ну вот, на неплохой удар Роналду Аякс отвечает забитым мячом. И посмотрите, как все разыграно. Тонкая передача на ход. Тадич попадает в самую девятку и выводит Аякс вперед. Удар по воротам. И Ювентус сравнивает счет, разыграв угловой. Это Бонуччи без проблем бьет головой по воротам Аякса, и счет становится 2-2. Хорошая высокая подача, точнёхонько на голову Бонуччи. Тот взмывает воздух и пробивает точно в сетку ворот Аякса. 3 минуты добавил арбитр к окончанию этого матча. Одна из них уже истекла. Ювентус идет, возможно, в последнюю свою атаку. Роналду набирает скорость на левом фланге. Ну а дальше немножко завозился с мячом и не успел сделать передачу. Я думаю, ребят, на этом, в принципе, все. Вряд ли сейчас одна из команд забьет. Наш FIFA прогноз спрогнозировал счет 2-2. Каким он будет, мы узнаем вечером. Вы пишите свои прогнозы в комментариях. Поддерживайте видео лайком. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо за просмотр и увидимся. Пока-пока.